Глава Апастовского района Рашид Загидулин, начальник управления образования и директора апастовских школ приехали в КФУ, чтобы наглядно познакомиться с университетом и подробнее узнать о студенческой жизни своих детей. Детьми сам глава назвал всех молодых людей, которые после 11 класса переехали в Казань, чтобы учиться в ведущем вузе республики. Вот цель этих встреч еще раз сверить часы, рассказать руководству района, чем живет университет, где наши выпускники обучаются. В целом у нас примерно 120 студентов с Апастовского района. Ректор КФУ Ильшат Гафуров лично рассказал гостям об университете, его истории, структуре и деятельности. В беседе со студентами попросил своей научной деятельности уделять большое внимание проблемам района и их решению. Представители Апастовского района также рассказали немного об истории края, о нынешнем состоянии района, в частности, осуществляемой образовательной деятельности. Рашид Назибович поблагодарил университет за предоставленную возможность обучения жителям Апастова, а студентам пообещал осуществлять всевозможную поддержку, ведь помощь им сегодня – это профессиональные кадры в будущем. В конце встречи собравшиеся обменялись подарками на память. Алина Хабибуллина, Руслан Уразаев, Универньюз.